Doble otra. Я едем в салон. У нас собеседование. Не у нас. Мы проводим собеседование. Да. Мы берем, ну, может быть, берем девочку на работу. Мастер маникюра. У нас сейчас дефицит мастеров. Надеемся, что все пройдет хорошо, что она сделает хорошую, красивую работу, и мы сможем ее взять к себе в команду, потому что вот прям вот очень нужно. В свой выходной едем. Да, я еще буду сегодня делать тройку. Девочка не пришла на собеседование. Весна, мы приехали зря. Твой выходной первый. Не уважаю таких людей, которые тратят чужое время. Все, в час дня мы шагаем, уверенно шагаем в свой выходной. Ой, котик какой! Идем кушать. В прошлый раз мне не попало, поэтому в этот раз ведем ее в выбор. Рекламейшн. Ниша парфюм бар. Это коробочка Ми. Что это? Джо Малон. Blackberry and Bay. Да, я пробую. Ася, A few hours later. Не работает. О! Нет. Ва. Я увидела. Подкрутили очки. Дали на голове, не на фиг. Дайте лучше себе приучить к этому. Двумя руками снимай. С покупочкой. Шампунь. Слушай, подожди, так, смирилась. Подожди на вот эти, блядь. Волосы портятся. Очень сильно портят. Вы сейчас наблюдаете, как человек будет мерить одну пару обуви, которая похожа на ту, которую она уже надевает. Уже, да. Для тех, кто не знает, это Данки, это Джордан Лоу. Это стоит, ну, $100, эти будут 150. Но не здесь. Ну как? Отлично. 13-й месяц. Видела, не везде. Я хотела кончал. Нет, вот она. Идем на гараж Тейл. Ничего не покупать. Наш любимый блог. Валерий Комаров. Реклама. Брат, ставь сюда ее инстаграм. Жизнь очень красивая. Милота! Я вот присматриваю себе шмоточки. Мне кажется, там такое мясо больше, все такие... Да, мы через окошко уже смотрим. Эй, на Анакао, а ты нет. Я должна была ничего не покупать. Но в итоге она берет две шмотки. Покажи. Маме такое понравится? Маме понравится Гуччи. А. Милка себе собрала уже кучу одежды, а говорит, что ничего покупать не будет. Дико она довольна. No buy, just try, yeah, just try. Давай,
Никогда такого еще не было. Ми и мусорка. У нас осталось 4 минуты. Впустят ли нас? Да. Успели. Очередной сюжет, как Хомози, да? Мы ничего не купим, говорили они. В принципе, на пляж можно пойти. Мы зашли в будинок игрушек. Это что? Это типа склад. Это букля. Хорошо, ты делаешь? Сколько ты берёчки? Другие стали, они не такие красивые, как раньше. Не, в моем есть вот такие были. Не, прям вот такая. Ну это да, а вот посмотри другие. А другие, да. Но их, видишь, черты лица разные. А раньше у всех были одинаковые. Вот. Ну она, не, она скорее всего... Она может быть латинкой. Латинкой, да. Да. Нет, вот. Азиатка. А есть имя? Шисон Рэвэй. То, что Барби, типа, коллекционные. 3600. Сколько? 3000 рублей. Она красивая, она такая, как на красной дорожке. Едем домой. Наши последние покупочки на сегодня. Покажи. Экстра лапч. Кола. Я не пью уже попки, и соки. Я тоже. Мне она перенравилась. То я пью домашний компот, где очень много сахара. Ну, типа, я к тому, что газировка мне уже не нравится. Кстати, Зина сегодня с нами на ночевке. Еее! Вообще, мы думали купить парку, но мы решили... Мы решили ранее. Мы решили, что лучше потратить деньги на еду. Ты словозна. Няньки для моих детей. Раз. Два. Доброе утро. Это называется taking out the trash outfit. У меня началась аллергия, у меня глаз отдохнул. Расскажи про 12 круассан, что это за место? Дитра. Или антиста гайд. Ютуб гайд. Мы едем на круассан. Что это за место? Там, где круассан. Типа знаменитое кафе, ресторан с круассанами. Вкусными, там всегда светлые круассаны, и сладкие с головой. Ну вообще, это типа единственный нормальный листик возле моего дома. Я снова вернулась. Было пакеты с сиропами для брата Куна. Девочки пошли заказывать круассаны. А я вернулась. Я просто в туалет захотелось. Кстати, я вчера... На гараж сейле купила эту юбку. Еще купила шорты и костюмчик. Вечером покажу. В общем, глаз у меня очень красный. Я утром проснулась, у меня как будто кто-то бил в один глаз. Опухший, такой красный. Ми сейчас очень профессионально общается с потенциальным мастером. И просто такой свич подружки и бизнес-леди. Мы уже дома. Устали. Сейчас полежим, сделаем разбор гардероба на Ми. Потом приготовим покушать. Мы купили бульдак. Это корейская лапша. Потом вместе приготовим. Не переключаемся. Ингредиенты. Мини сосиски. Лапша. Яйца. И сыр. Правда, нет. Мы сделали разбор гардероба Наны и отжала. Ну, точнее, Нана избавилась от нескольких своих вещей. Не нужно. Передала мне в наследство. Точнее, не нужно, а те, которые я уже не влажу.
Она передала мне в наследство. Кстати, мы договорились, когда свое наследство передадим все свои шмотки, сумки, обувь. Да не, обувь, наверное, будет печально передавать. Ну, если ты богата, более-менее. Да. Можно какие-то будут коллекционные туфли, знаешь, или кроссовки limited edition. Свадебные. Они, конечно, один раз же сети. Да, ну, мы оставляем наследство нашим детям. Дочке, которая из нас будет. Только у нее будет сын, она все оставит моей дочке. И наоборот. Уровень дружбы. Cooking show. И так как бульдак супер острый, мы на 3 пачки добавим только 1 пачку соуса. Мой герпес этого не переживет. Так, кипченую воду. Закидываете лапшу. Варите ее. Там написано 5 минут. Ну, не знаю, там уже на свое усмотрение. Пьем винчик. Вот. А потом выливаете воду, а скидаете совсем чуть-чуть воды. Потом закидываете туда все соус, икра, Угу. Потом в конце добавляете плавленый сыр, накрываете крышкой, ждете, пока он такой будет. Открываете крышку, мешаете, желток и сосиски. Нет, в нашем рецепте. Сейчас закинем сосиски. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Идем завтракать. Я опухла полностью. Вот, у меня вчера ночью вот так вот ручьем. Глаза чешутся. Мне какие таблетки мне помогают. И капли. Идем кушать к Толику. Кушать фо. Да, да. Сегодня будешь что-то готовить. И делаем корейское барбекю. Дома. Я нашла свой любимый сок. А Махина, наверное? Ага, я сказала, чтобы она купила еще. Соленая карамель у вас есть? Да. Можно в один соленый карамель? Я вчера смотрела, постучить в мою дверь. Мы начали в 10, наверное, детей. Mm-hmm. 4 я уснула. Потому что, знаете, я такая смотрю, блин, уже 4 часа, надо уже спать. На третьей серии, наверное, вырубилась. Там что-то было в сериале, я говорю, капец, наверное, я в шоке. И в ответ тишина. Я такая, ну ладно. Взяла iPad себе на живую и смотрела. Мы дома. Хиркан Балад. Будем мариновать мясо. Холодно. Беги, 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 беги. Вам интересно, почему Ми так далеко сидит? Она просто всех называла тупыми идиотами и ее отшили. Ми тоже хочет вам смотреть.
плохим. Почему так дырдырдырдыр? Че ты возле телека стоишь? Басы слушаешь? Линию не слушаешь. Линию. Что, я нормально. Тестим новый мак. Пока! Лиза, помахай нам. Пока! Их выберись. Сюда, пока-пока. Их дих, аух! Их дих! Ничего себе! Мне Толика учила. Доброе утро. Добрый день. Добрый день. Сейчас уже 12 часов. Ой, нет. Два. Уже без 10:02. Мы идем кушать фа. Это жарко мато, это тело в пиджаке. Да. Этот человек хотел сегодня одеть черный пиджак. Видела холодно. Я сейчас напрасно пойти покушать, а потом... Да. Надо пойти купить флакон. Ребята, я разбила ее духи на 200 евро. Нормально все. Я вчера плакала, я говорю, блин, ты, если бы у меня квартиру спалила, то бы мы вдвоем посидели, поплакали, а так? Да. Ну, я купила сестра бутылла мини и рубью. И мы взяли пластины для снэппинга в субботу. Я говорю, тут выходишь из дома, сразу банк тратишь. А еще мы купили флакончики, да, перельем. Сегодня будет трейд духами. Да. Перельем духи, которые вчера разбили. И она мне еще дать 20-ку своих бередов. А еще я никак не могу вам показать, что я у Наны, какие вещи я у Наны отжала и какие я взяла на гараж сейле. Что? Эти шорты. Аминь. Не снимаю, у меня там пузырь. Потом мы идем в кино. На три уже уезжаю. Мы в кино. На праведник 3. Я не смотрела вообще ни первую, ни вторую часть. Я первую чуть-чуть. Лень выкупил весь зал. Выкупил весь зал, давайте больше почистим. Он, наверное, там, короче, тут. Ой, такой большой зал. Не трогай. У нас капу. Не трогай. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Это что такое? Ой, завидел? Ой, солнце. Ой. Мистер Эдвакаудна. Ну, интересный фильм. Знаете, ваши особые юнетика. Как тебе фильм? Прикольный. Очень классный. Я, кстати, недавно отрывок видела. Все равно... Интересно просто. Да. Потому что они связаны. Нам так. Надо будет посмотреть первую строчку. Рекомендацион. Да. Вода так поднимается. Да ну. Давай, брат. Если хотите, могу вам сделать вот так.
только... Бойся! Кучи-чей! Ой, ты попала? Еее! Моя очень лимон шоколад. Самое лучшее. Скидывай, конечно, получится. Ой, такой большой. А мы какие вы? Получается? Не, он же вытягивал, не? Да, надо вытягивать, ты сейчас закинешь. Ага. Ой, на, не дави. Ой, ничего не видно, на. Ничего не видно, на. Чао. Вот что-то не тянется. Все, хватит. Тима, почему мы раньше? Мы почему мы сразу не поводили? Mission complete. Видели двор 12, когда чуваки вот так? Блин. Хочу вам показать, что я купила на гараж-сейле у Валерии Комаровой. Первый лот – это костюм, который стоит всякие 3000 гривен. А я взяла до 1700 и писали на съемку, ну, мне так кажется. Потому что там было еще три разные расцветки такого же костюма. Что считайте, что много. Второе, это юбка. Типа шелковая. Да. Мои джинсовые шорты. Которые на мне сейчас. 500 гривен. А! Еще я отжала у Нами сумку. А-ля Эрме Келли. Потом я у Нами отжала. Кучу вещей, ребята. Джинсовая юбка, посмотрите. Какой крой. Какие ставки. Буду модной. Шорты. Типа юбка. Топ. Кадей, он не мил, мне кажется, он будет на меня маленький. Нет, он не может быть на тебя маленький. Какими дверками. Ну, поняли. Костюм. Шорты. И рубашка. Такие желтые, как моя кожа. Вот такая юбка. Я не уже была. Тоже юбка, шорты. Типа шарик. Тут юбка сзади, а не шорты. Ну как это объяснить? Ну вы поняли, да? А внутри шорты. Скорт. Да, скорт. Но скорт — это когда шорты сзади. Ну вы поняли. Это типа юбка, просто шорты. Сзади это юбка. А внутри это шорты. А что спереди? Ну, спереди тоже юбка. В общем, обычно же делают, типа, юбка. Вот так вот спереди поворачиваешься, а там лежат шорты. А тут поворачиваешься, а там юбка. И только внутри это шорты. Находка просто... Дальше отжал у Нани такой костюм. Обратите внимание на ткань. Посмотрите, какой у меня есть костюм. Ну вы поняли, да? А, сводч. Короче, смотрите, я могу так носить? Я не буду их по отдельности носить. Нет, я могу черную юбку и... Можешь. Мне нужны летние вещи. Знаете почему, ребята? Потому что через 3 дня я улетаю в теплые края. И, кстати,
YouTube будем вести на английском языке. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравился мой хол. Я пошла собирать чемодан. Вчера с ребятами сидели на барбекю. Кстати, завтра пойду снимать ногти. Очень длинные. Делаю себе японский маникюр. Будет натуральный, блестящий. А еще вот есть тронки. Банан, это мой. У нас тут подрабатывает Глоба. Это Glow доставка. Glow только самое лучшее для клиентов. Сразу принесла. Смотрите на мои ногти здоровые. Японский маникюр Glow. Любимая дербашечка. Скажите, как вы будете скучать по мне? Короче, у нас сегодня тусов после того, как Мия уедет. И мы уже планируем, типа, еще. Уже шампанское закупила? Да, да, в холодильнике все есть. Да, еще так. Поменяли. Да. Вы наблюдаете, как человек уезжает из Украины назад в кордон. Доллары поменяла? Доллары. Нет, я до сих пор их не посчитала. Я убираю. Я остаюсь. Да. Мы надеялись, что мы не успеем. Я очень стараюсь не успеть до доллара. Пожалеться просто. Занимайте метки. 18.00. 3 минуты. 3 минуты еще. Что ты не плачешь? Я тоже. А ты что не планишь? Я жду, пока вы есть. Ну ничего ты не плачешь. Thank you.